А скільки в минулому році шкіл оптимізували? Ну, к сожалению, когда такое слово, очень страшная оптимизация, потому что мы понимаем под этим словом сразу это и сокращение, это и люди, это человеческий фактор прежде всего. Угу. Конечно, это была 11-я школа, ни для кого это не секрет. Учителей скоротили, да, не перевели в разные школы? Перевели. Ни одного учителя не сократили. Даже пенсионного века не скоротили? Все, кому мы всем предложили рабочее место. Детям то же самое, были предложены рядышком стоящие школы 74-я, 35-я, 41-я. Очень хорошие, очень ведущие школы с хорошим педагогическим коллективом, поэтому мы эту оптимизацию провели безболезненно. А этого года планируется? Не планируем. Хотя понимаем, опять же, идет недофинансирование, как государственного бюджета, поэтому будем работать над тем, чтобы никаких сокращений не было. Наоборот, планируем в этом году открывать, может быть, дополнительные группы в детских садах, потому что есть на то как бы необходимость.